Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Motorola Razr 5G. Сейчас я покажу вам, как сбросить пароль с этого устройства. Для начала нажимаем и удерживаем кнопку питания и уменьшения громкости в тот момент, когда у нас телефон заблокирован, скажем так. И как только телефон завибрирует, мы отпускаем кнопку питания и нажимаем кнопку увеличения громкости, затем отпускаем обе кнопки одновременно. Таким образом, мы с вами попали в такой вот boot-мод, скажем так. Теперь нажимаем на кнопку уменьшения громкости до тех пор, пока здесь не будет надписи Recovery Mode, и нажимаем кнопку питания для того, чтобы в этот Recovery Mode войти. Отлично. Теперь нажимаем кнопку увеличения, вернее, кнопку питания и удерживаем. Затем нажимаем кнопку увеличения и отпускаем кнопку питания. Отлично. Теперь нажимаем на кнопку уменьшения громкости несколько раз, пока не дойдем до пункта Wipe Data Factory Reset. Нажимаем на кнопку питания, спускаемся один раз на Factory Data Reset и опять нажимаем на кнопку питания. Ждем парочку секунд и спустя пару секунд, как я и говорил, нажимаем на кнопку питания. Но подождите, пока что у нас пройдет вот этот вот экран. Отлично, теперь нажимаем на кнопку питания, как я и говорил, и ждем, пока телефон загрузится. Это продлится дольше, чем обычно, около 5 минут, максимум до 15-25. Ну что ж, давайте подождем. Ну что ж, вот и все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!